Бахине 14 июня 1997 года. Вот соперник Виталия. Джим Хайнс. Как видите, он ниже ростом и чуть меньше весит, но подвижен очень, говорят, пользуется репутацией нокаутера, но вот серьезен, сосредоточен, как всегда. Виталий выходит и с первых же секунд раунда он аккуратно так разведал, посмотрел в глаза сопернику и вперед, да, конечно же, Джим Хайнс будет уходить, будет много двигаться, но мне так кажется, если успеет подвигаться, если не попадет в него, а видите, уже дистанцию измерив, Виталий начал наносить удары, пробивает защиту сбоку, но пока еще нет, не в полную силу работает, можем так сказать. Да, приходится приноравливаться, чуть согнувшись, все-таки рост 2 метра, более 2 метров ростом Виталий, и достал левой, пробил защиту. Нет, Хайнс будет продолжать, это еще не все, видите, в глазах есть мысль, есть в сознании боксер. Ну вот пошел, видите, пожалел его сейчас Виталий, пошел такой ближний бой, раскрылся, уже хаотично действует. А Виталий сосредоточен, ждет удобного момента для того, чтобы нанести решающий удар, очевидно. Да. Ну что ж, недолго, конечно, длился этот бой. Сможет ли сейчас Хайнс подняться и продолжить? Ну, на месте рефери я бы ему не дал этого сделать, да. Мы посмотрим еще раз в повторе. Вот этот удар правой. И вслед уже вдогонку левой. Да, еще в первом раунде. Но на ребят часто сыпятся такие, знаете, нарекания, шутливые, что, дескать, почему же вы так быстро заканчиваете, боите? Ну что ж.